сельских школ применялся двойной коэффициент, и половина средств этих субсидий ушла именно на сельские школы. И мы смогли решить многие проблемы. И модернизация школьных зданий, и школьных автобусов было закуплено более 31 тысячи. Но смогли ли мы решить все проблемы, использовали ли мы все формы, которые нам дает закон? Я думаю, что нет. Несмотря на то, что наши ребята из сельских школ показывают достаточно высокие показатели, благодаря системе ЕГЭ они стали студентами и выпускниками ведущих вузов страны, но мы честно себе должны ответить. Все-таки качество образования на селе, оно отличается от качества городских школ.